Со сцены камерного зала Поморской филармонии звучали произведения выдающихся русских композиторов XIX-XX веков – Чайковского, Глинки, Щедрина, Рахманинова. Особый восторг у зрителей вызвало совместное выступление именитых северных артистов и студентов Архангельского музыкального колледжа. Я считаю, что сезон прошел хорошо, и это показал полный зал при закрытии сезона, концерт, который прошел весной. И, в принципе, все отлично у нашей филармонии, они развиваются, появляются новые имена, появляется совершенно неожиданный репертуар, как, например, сегодня на открытии. И, в общем-то, это очень приятно. В предстоящем сезоне артисты Поморской филармонии отправятся на гастроли в районы области и регионы страны. Ждут поклонников музыкального искусства и другие сюрпризы. У нас появился музыкальный салон в гостиных дворах, в биржевом зале гостиных дворов. И, конечно, это для нас тоже вот совершенно новый проект, потому что мы там в очень демократических условиях со зрителем, на одной площадке. В ближайшее время мы открываем фестиваль «Похвала органу» 11 октября. Опять же, много будет исполнителей, которые впервые у нас будут. И в содружестве с фондом «Таланты мира» мы проводим большой гала-концерт «Битва теноров и басов». Кстати, на фестивале «Похвала органу» этот инструмент будет звучать в превосходном качестве благодаря проведенным немецкими специалистами регламентным работам. Екатерина Грициенко, Олег Ширяев, «Панорама Севера».